Всем привет! Сегодня мы будем прокачивать грудные мышцы обычными отжиманиями. Посмотрим вариант отжиманий. Итак, первое я называю треугольник. Руки вставляем вот так вот. Выглядит это вот так. Ноги вместе. И опускаемся до груди. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Следующий вид отжиманий. Стандарт стандартов. Руки на ширине плеч. Поставили. Ноги опять же вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше. Руки вставляем на ширину. Широкий хват. Называем его так. И широким хватом также ноги вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и последнее упражнение, которое я использую в отжиманиях, это обратным хватом. Поворачиваем руки вот так вот. И отжимаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Обязательно следите за техникой. Ноги складывайте вместе и опускайтесь до груди. На этом пока что все. Переходим к следующему упражнению. Итак, следующее упражнение можно назвать диван. Точно так же первое упражнение выполняем треугольником. То есть ставим их треугольником. Ноги вставляем вместе и опускаемся. Два, три, четыре, пять. Далее вставляем на ширину плеч, точно так же, и опускаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Что в отжиманиях, что в упражнении дивана мы прокачиваем не только грудные мышцы, но и все части рук, в том части и задействован еще и пресс. Поэтому можно сказать, что верхняя часть тела полностью прокачивается. Ну, напоследок могу сказать, что нужно просто набросать небольшую программку и тренироваться дома. Все у вас получится. И вот так вот тоже. Со временем.